Сложный был переход, но я перешла, все, теперь я душой здесь. Так что очень рада. Начало игры тяжело входили, хорошую подачу Челябинск подавал, но мы с определенным заданием вышли на эту игру, да, где-то, может быть, мы может, неправильно, наверное, объяснили, задание было провальное, можно так сказать. Наверное, тактику хорошо разобрали, сразу начали они хорошо подавать подачу, ну, потом начали выравниваться. Мы, наверное, не ожидали, что Казань нам даст возможность своим составом поиграть с ними хотя бы на равных. Ну, сами испугались чего-то непонятного. Первую партию свободу могли завершать сами. Растерялись, неправильно передача была там, не добили. Но мое мнение, это все идет где-то у нас от головы, что соперник позволял играть. Надо было просто забирать, быть где-то наглее в каких-то ситуациях. Мы растерялись. Не хватило частоты, потому что в конце сделали очень много своих собственных ошибок. И, конечно, таких команды надо выигрывать на частоте, потому что Казань очень чистенькая такая. Поэтому, ну, немножко, да, не хватило качества. На самом деле, это частая ситуация в командах, где связки равноценные, игроки задействованы постоянно в тренировках, везде. Мы на это настраиваемся, мы это отрабатываем, и тренер нас к этому готовит. То есть у нас такой процесс. В каждой игре мы так выходим обе и играем, можно сказать, поровну. Вторая – это уже следствие первой партии. Челябинск, наверное, думал уже, что выиграл. И тут потом пошел у них провал второй партии. Не знаю, у нас это мы пока болеем, это, что концентрацию не можем держать. Танька молодец, Костина сегодня вошла вообще супер в игру. То, что от нее требовалось, она сделала свой минимум, частоты добавила, можно сказать, не испортила игры. Где-то, когда ей доверяли мяч, она неплохо атаковала. Да, тоже чуть-чуть опять расслабились, много было ошибок, тренер нас ругал немного за некачественные действия. В этом мы будем прибавлять, именно в качестве каких-то индивидуальных исполнений. Конкретно сказать, почему, это сложно. Это волейбол, это эмоции, точно так же другая команда тоже борется, тоже хочет победить, и отсюда, я думаю, эмоции все. Я не скажу, что мы приложили максимум усилий. Была сложная первая партия, а потом, ну, я думаю, просто концентрированно стали играть, а соперники избавили. Молодцы девчонки, и в защите хорошо сыграли, и выполняли тренерские установки, но немножко, может, силы удара где-то, и Казань, ну, очень тоже великолепно сыграла в защите, бесспорно. И это немножко же всегда напрягает, когда идет вот эта вот защита. Ну, ничего, я думаю, еще все впереди у нас. У нас, получается, почти что новая команда. Ну, тренер новый, получается, игроки в основном все поменяли связки. Это все равно требует время. Ну и, наверное, в голове надо еще чуть-чуть перестроиться самим. Что команда заняла последнее место в прошлом году. И требую от них, чтобы мы настраивались на каждого соперника как на равного. Зал отличный. Я здесь, кстати, 10 лет назад этот зал только был построен, и я первые годы здесь играла, так что он мне знаком. И каждый раз, конечно, приезжаю, очень приятный зал. Всех болельщиков с победой, новый зал, обновленный. Как бы. Очень круто.